Что ж, друзья, в самом разгаре новый сезон шоу «Маска», и сегодня мы смотрим несколько анонсов уже к 9-му выпуску данного проекта. Не забывайте поддерживать видео лайком, ну а мы начинаем. Сегодня было такое проникновенное, такое глубокое исполнение. Надо отметить, что «Пчела» для этого выпуска явно выбрала весьма, надо сказать, трогательный трек. Я посыпался эмоционально, но все посыпались. Прекрасная песня, и что-то мне подсказывает, что точно «Пчела» не будет кандидатом на вылет в этом выпуске. «Маска. Новый сезон. В воскресенье в 20:40». Ни один из нас не был к этому готов. Что же, весьма и весьма крутой получился, надо сказать, рэп и необычное решение от этого участника. Называется хип-хопера. Да, много обсуждения насчет того, кто же все-таки скрывается под этой маской, но иногда мне все-таки кажется, возможно, я не прав, опять же, что это может быть Диана Анкудинова. Хотя большинство зрителей считает, что ее все-таки в третьем сезоне «Маски» нет совсем. И мне так казалось, но слушая вот эту песню, какие-то отголоски, может быть, просто немного походит на голос Дианы, вот этот голос, может быть, нет, но меня терзают, так скажем, смутные сомнения. Что вы думаете на этот счет, напишите в комментариях, мы же продолжаем. «Маска. Новый сезон. Воскресенье в 20:40 на НТВ». И надо сказать, что у этого героя очень и очень мощный голос, просто фантастический. Еще одно яркое и динамическое выступление. Весьма оригинальной рок-версии известной песни. Что же, «Мухомор» действительно удивит нас в это воскресенье. У меня была бы честь спеть с таким вокалистом. «Маска. Новый сезон. Воскресенье в 20:40 на НТВ». Могу спокойно уйти на пенсию и передать эту страну тебе. Напомню, в прошлом выпуске «Монстрик» был на грани вылета, но остался в проекте и с новыми силами подарит нам очередной свой номер. Я не знал, что ты такой классный и веселый. Так и останусь, бродяга, один, Казанова. «Маска. Новый сезон. Воскресенье в 20:40 на НТВ». В эфире НТВ самое популярное телешоу России — «Маска». И тут мы с вами видим уже, я так понимаю, общий анонс, не менее классно смонтированный, за что, конечно, НТВ отдельный респект. Очень красиво смотрится. Самый лучший день заходил вчера. Я бы хотел с вами спеть. Буквально до слез, друзья, действительно. Вот сейчас вот прислушайтесь, друзья, кого вам напоминает этот голос? Напишите в комментариях обязательно. Мне одному кажется или же нет? Здесь уже идет битва титанов.
Ничего себе, вот это поворот! Песня «Максим», известная нам всем очень хорошо, любимая нами, вот в такой интересной интерпретации, не правда ли? Это очень клево. Сложно с этим не согласиться. Могу спокойно уйти на пенсию и передать эту страну тебе. Ничего себе, вот это поворот. Впереди самое главное. Кто-то из участников снимет маску. Маску! 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 Самый интригующий момент, пожалуй, любого выпуска. И, конечно же, по этому анонсу сложно судить, кто снимет маску. Маска. Новый сезон. Я в шоке. Воскресенье в 20:40 на НТВ. Что же, с каждой недели интрига все сильнее накаляется, друзья. Масса анонсов вышла, действительно, будет очень яркий выпуск, обзор на который я непременно сделаю на своем канале в это воскресенье. Так что не забывайте подписываться на канал Горинов Лайв. Здесь мы говорим о музыке. Всем хорошего настроения. Берегите себя и огромное спасибо, что смотрите. Увидимся.